Ну, энергии. Букву Е. Большую букву Е. Да заглавную букву Е. Равно. Да почему прописью? Равно это две параллельные прямые. Да не вертикальными. М. С. Буква С. Вы не знаете букву С? Да не русскую. Букву С. С. Да пофиг, так и ставь. Квадрат. Да не такой квадрат. Да не такой. Букву... Ой, цифру 2. Мимо! Интересно, где должен стоять квадрат? Снова мимо! Все, уходите, вам 2! Энергии. Энергия это буква Е. Большая буква Е. Да заглавная буква Е. Равно. Да зачем вы прописью пишете? Равно это две параллельные прямые. Да не вертикальные. Буква М. С. Вы не знаете букву... Да не прописью. Это не то сказал. Давай заново теперь. Формула энергии. Энергия это буква Е. Пишите формулу энергии. Энергия это буква Е. Большая буква Е. Да заглавная буква Е. Равно. Да не прописью, а две параллельными прямыми. Да не вертикальными. Буква М. С. Да не русскую! Уебать.